Добрый вечер, сябры, и со святом великой перемоги у всех. Особливая наша пошана дорогим ветеранам. Здоровья вам и долгих годов життя. Ой, я ж про святочный салют забылся. Зараз вернуся. Ой-ой-ой-ой-ой. И с машинкой я гулять. Ах, не хочу, надокучило. О, и у компьютера новых гульняв нема. А старые я уже прошел. Ой-ой-ой-ой. Отрымливается, и компьютер тебе надокучил. Ну так, хочешь, сам с ним гуляй. О, чего? Частуйся. Топа, а чего это ты такой щедрый? У чем подвох? Компьютер сломался? Присмаки сапсовались? Ты не, буслик. Что ты такое придумал? И с компьютером, и с присмаками. Все в порядку. Тогда чему сам не хочешь гулять и не ласуйся? Топа, ты захворел? Ай, да не, я здоровый. А чему от гульни ты от присмаку отмовляешься? Ой, буслик, это сумная история. Так давай, рассказывай худший. Может, я чем смогу допомогчи? Ничем ты мне не допоможешь. Справа в том, что мне все надокучило. Все? Абсолютно. У машинки гулять не хочу. На компьютере так само. Присмаки это я уже бачить не могу. И на занятки мне ходить надокучило. Топа, мне сдается, я зразумел, чем справа. Mm-hmm. Головное, ты не хочешь больше ходить на занятки. Ну, не хочу. И увогуле, я вельми бузрадовался, коли пришел, а школы нема. Топа, что ты такое кажешь? А что? Чудовная идея. Няма школы, няма хатних заданий, няма уроков. Пригожусь. Ты так думаешь? Упевненный. О, привитание, Данік. Добре, что ты прийшов. А ведаєш, топу нашому усе надокучило. І цацки, і присмаки, а головне – занятки. І он каже, що увогуле узрадовався б, коли б школа зникла. Менавіта так. Ой, засталося тільки отшукати чарівника, у якого тримається перенести школу, о, куди-небудь. Во, наприклад, о, на іншу планету. Ну и план у тебя, Топа. Это еще что? Думаю, и поликлинику, где зубы лечат, так само можно на иншую планету отправить. Топа, спынися! Да ну! И еще, туда ж нехай летят все старые цацки, присмаки, которые мне надокучили, и мой былый сябр Сярожа. Та чому былы? А мы с ним сегодня посварились. А, теперь зрозумела, чому у тебе то подренный настрой. Ой. На уроках отрымал за уваги, посварился с сябром. Соправды. Я самый несчастный маленький медведик у свете. Топа, ты, махчимо, не поверишь, але твое дятинство вельми счастливое. Чому? Растлумач, Данік. Ведаете, сябры, были такие страшные часы на нашей земле, коли многие детки марили про махчимость ходить у школы, сядеть у пригожих классах побач с сябрами, слухать наставников. Значит, школы у той часы не працавали? Амаль что не. О, а присмаки у малых тады были? У тые часы то по деткам и хлеба не хапало, тому звычайный хлеб сдавался им смачней смачного. Значит, и цацок тады деткам не хапало. Менавіта так, цацок было зусім мало, и выглядали яны значно горш, чем ваши сегодняшние. Ой,
бедные были детки, вот эти часы. Дык что, Топа, не передумал отправлять на иншую планету школы с поликлиниками, да присмаки с цацками? Ой, Даник, ты намалявал такую страшную картину, быцем фантастичный фильм жахал. Але гэта было на самой справе. Но вот немагчыма уявить, як тады адчували себе дети. Напэўна, им было вельми страшно. Ага, не тое слово. Слухай, Данік, а тыя часы больш не вернуцца? Не хвалюйся, Топа. Дарослыя зробяць усё, каб у нашых дзетак было шчаслівае і спакойнае дзяцінства. І зараз мы павінны яшчэ раз падзякаваць усім, хто падарыў нам мірнае неба. І як прынята ў гэты дзень, святочны салют. Віншуем са святам вялікай перамогі! Больше не хочешь, чтоб все, что тебе надокучило, зникло? Ну, я передумал. Пробачьте, коли ласка, зараз я стану еще больше ценить то, что у меня есть. И цацки, и речи. И хатние задания будешь робить? С задовольнением. И с Сережем помируся. И с цацками своими буду вельми аккуратным. Добро ты придумал. Сябры, спадзяюся, приклад Топы ваш чамусьці навучыў? Данік, глядачы у нас вельмі разумныя. Яны ўсё зразумелі. Вось і выдатна. А зараз прапаную паглядзець мультик. Ён таксама пра важныя рэчы, якія трэба цаніць. Ого, глядзім, сябры. Ой, дзякуй табе, Данік, за павучальную размову, святочны салют і за мультик. Зараз мы не просто будзем цаніць тое, што ў нас ёсць, а будзем старацца дарослым дапамагаць і добра сябе паводзіць. Таму, без усялякіх капрызаў, адпраўляемся збіраць цацкі, а потым мыем тварыкі, лапкі і чысцем зубкі. І бяжым у ложачкі глядзець спакойныя каляровыя дзіцячыя сны. Дабраноч, маленькія. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясці, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе патухают зорки с плюшки, гулі все, казки все. Машины у гаражи, ты так сама, Каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай.